Здравствуйте! Я очень рада вас видеть. Сегодня мы с вами повторим для начала скороговорки, которую мы с вами учили ранее, и стихотворение. Я вам напомню скороговорку про вкусную ягодку – малину. Вы малину мылили, мыли, но не мылили. Теперь вы. И еще мы с вами повторим скороговорку про музыкальных баранов. Вы ее помните? Я напомню. Белые бараны били в барабаны. Теперь вы. А еще мы с вами учили стихотворение. Чтобы правильно рычать, цокать, чокать и мычать, буду свой язык упрямый к трудным буквам приучать. Вы его помните? Давайте вместе повторим. Я буду говорить, а вы со мной повторять. Чтобы правильно рычать, цокать, чокать и мычать, буду свой язык упрямый к трудным буквам приучать. Молодцы, все помните. Сегодня мы с вами выучим новое упражнение для дыхания. Нам понадобится карандашик и листочек. В моем случае это будет доска и мелок. Мы будем делать глубокий вдох через нос. Следим, чтобы не поднимались плечики, вот так. И выдыхать будем на звук «с». Но нас в помощь будет карандашик или мел. И мы будем выдыхать до тех пор, пока не закончится воздух. А пока мы выдыхаем, мы будем рисовать карандашом или мелком линию или ниточку, которую мы с вами выдыхали. Попробуем? Я вам покажу. Вдох через нос. И так, пока у вас не закончится воздух. Давайте еще раз с вами попробуем потренировать наше дыхание. Вдох. И рисую. Выдыхаем, пока у нас не закончился воздух. Рисовать можно абсолютно что угодно, лишь бы не прерывалась линия. Давайте попробуем нарисовать солнышко. Вдох. Вот такое солнышко у нас с вами получилось. Теперь вы можете дома тренировать свое дыхание и рисовать при этом. Обязательно научите этому упражнению своих друзей. А сейчас мы с вами послушаем песенку, а вы мне скажете, про что она. Вы готовы? Про что же эта песенка? Вы услышали? Про колокол, правильно. Он был во дворе и громко-громко звенел. Давайте мы с вами попробуем показать этот колокол. Бом-бом-бом. Громко, чтобы все услышали. Давайте еще раз вместе. Бом-бом-бом. Молодцы. Давайте еще раз послушаем эту песенку. И если уже запомнили слова, попробуем подпевать. Молодцы! А теперь давайте попробуем прохлопать ритм мелодии. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Это во дворе слышно колокол.
Кстати, еще раз без мелодии, только ритм. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Это во дворе слышно колоколозвон. А теперь вы. Умница, у вас отлично получается. Теперь давайте попробуем соединить мелодию с ритмом. Вы готовы? Приготовьте наши ладошки. Споем эту песню и будем проговаривать звуки бом-бом очень громко, как будто бы мы изображаем колокол. Вы готовы? У вас есть уже много песенок, которые вы знаете наизусть. Обязательно разучите эту песенку со своими друзьями. Ну а нам пора прощаться. Мы увидимся с вами на следующем занятии. До свидания!